Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в Dark Tide, темница магистрата, что-то там. И будем играть Псайкером Берсеркером. То есть винтовка, меч и куча критических ударов. Может быть, еще тут можно было что-то, но это скорее для Псайкеров... Псайкера-псайкера, а тут такое из разряда помогающее. Да. Что там? Перезаряжается, да? А какие варианты еще были? Да никаких. Уже не посмотрим. You are to complete a Sanction Redactus mission, Varnitz. A target requires execution. Your new playmate is located in Judicial Enforcement Station TM8707. A curious lair. Make no attempt at subtlety. I'm sorry, I've no idea why I said that to you, of all people. Что там, Псайкер, Псайкеру? Лупусест. Сейчас мы зайдем тихонечко и все сделаем, все что надо. О, еще третий псайкер. Imagine living in such a place. Ah. Initial objective. No. Find and engage Ascender DC. To retreat! Let us not let Lula down! Большой, блин. Oh.
бегает сзади.
building more protocols! Moving stairs are here. For all you understand. Hostile incoming! Follow me! Ой, бля, нет, не то сделал. Черт. How effective are Imperial Guard commissars? Fear the motivator, the constant terror. Ugrin not fear commissar. Ugrin follow orders. Я что там такое? Ну, можно было не принимать эту штуку. Это было видно. Ну, я пока бесполезный для вас. О, бля, помоха. Блин, мясо кинули, но это я тоже как бы пошел. Тоже не очень хорошо. Это, блин, сукиного. Ну да, ладно, это была моя ошибка. Но как-то мы сильно застряли, а я там ничего не делаю. Блин, ну а с остальные что делают? А, ну понятно. Ладно. То есть у нас два псайкера и три псайкера одиноко. И два псайкера на классическом псайкерском долге. Дальнобой. А второй? Тоже. То же самое, с тем же самым. А кто-то ушел, походу. Да, походу, Огрин ушел. Где-то не родился уже, а... чуть пройти вот этот вот переулок. Глянуть, кто у нас тут. Да нет, писишники. I do wonder about Zola. Her thoughts are jumbled up and often contradictory.
Yes, I had noticed much the same. Her present is... Там сразу же кто-то присоединился, да? Вижу. Место угрозы. Ой, прекрасно. Может, не надо отсюда ходить, нет? Или увидеть назад двигаться? Я тоже назад лучше двигаться, может быть. Эй! По бочке надо было бить. Бочку мочи. Ничего так не страшно, как огонь. Спасибо за патроны. Да, сито проклятые. Задерживайтесь. Я не понимаю, что это. Ah.
Муха. Что он движется как... Полагать немножко начал. Ну или не знаю. Фигня какая-то. Every time Rennick looks at me, I feel I'm getting sized off. Вот сейчас вот. То есть. Мне кажется, что все-таки лаги имеют место быть. Блин. Those
mass is greater than individual. In other words, group up. Pom 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 pom. Это было не очень хорошо. I wish there was some clarity about Moro's power. Some of the details seem improbable. You should not listen to rumors, Sibley, unless I start them. Вот это вот, блин, эти суисайдеры, твари такие. Это я тут не просчитал. А вы чё тупите? Вы нам сюда, сюда идите. Поставь. Вот, молодец, блин. Красавчик. Проходим, проходим. Не стопоримся. Тут больше ничего не было, вроде интересно. Если вы не хотите стать таким же овощем, как этот... Как там его? Красавчик. Пойдемте. This place has seen many owners, none of them generous souls. Неплохая методичка, да? Да, что ты мне дал? Oh!
Да, ну как-то так все. Там пару раз свалился, пару раз умерли, ну, бывает. Подзатупили там, подзатупили здесь. Узкие места, все дела. Но было прикольно. Ну чё, лайки, подписки. Если что не нравится, пишите, обсудим, поговорим. А в остальном заходите в описание, там ссылки на кооператив Дружба и Humold Russian Fleet. Обязательно присоединяйтесь, будет хорошо, весело и так далее. Ну а на сегодня все. Увидимся в этой или в другой игре. Сейчас только посмотрим, что нам дойдут. И это... Сейчас. Как говорится... Сектор Приз на барабане. И в черном ящике авто... топор. Атракс, да. Ладушки. Император хранит.